Выглядит жалко. Лена Миро раскритиковала разведенную Бородину за попытку показать все в 40 лет. Ксения Бородина поделилась с поклонниками радостной новостью. Телеведущая официально развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Брак после 6 лет, даже совместная дочь Тиона не смогла повлиять на решение Ксении подать на развод. Причина разлада неизвестна. Зато теперь Бородина ушла в отрыв. Знаменитость почти 2 недели отмечает свою свободу, красуется в соцсетях в детских нарядах и веселится с подругами в ночных клубах. О праздности теледивы на днях высказалась Лена Миро, скандальный светский хроникер. По словам блогерши, поведение Ксении похоже скорее на отчаяние после развода, чем на ощущение собственной свободы. Личная жизнь не сложилась. Родила от одного, родила от второго, со всеми в разводе. Первого мужа, как пишут, ищут с собаками, объявили в розыск. Второй сам слинял, устав лежать на диване и слушать вопли жены. Что дальше, Ксюндель? Сопьешься? Теперь могу выставлять, что хочу, вопит женщина. Было бы, что выставлять, если убрать фильтры, думаю я. Выставить все в 40 лет после развода – это действительно огромное достижение в жизни, в иронической манере написала Лена Миро в своем блоге. По мнению Лены, отчаяние разведенной женщины всегда выглядит жалко, ведь, потеряв надежду, заполошная баба чувствует себя половинкой без половинки. А я еще добавлю, что она до этого ездила в Турцию. Не знаю, зачем она хотела повстречаться с турецким актером, но бдительная жена не позволила ни встретиться, ни сфотографироваться. Потому что уже даже в соцсетях вышла такая статья неудачная, что Ксения Бородина чуть не стала любовницей турецкого актера, который играл в «Великолепном веке». Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. И Ксения Бородина вернулась в Москву на работу в Доме 2 без трофея.